Всем привет, друзья! Вы на канале Аль Пачино. Сегодня я вам покажу подборку из 10 крутых и полезных инструментов, которые помогут вам комфортно справляться с любой работой. И я уверен, вам пригодятся. Я всегда ищу для вас лучшие цены на товары, которые обозреваю, и лучших продавцов. Так что можете покупать смело все, что понравилось. Ссылки на товары есть в описании. Также помните про кэшбэк. С ним вы сможете вернуть часть денег себе обратно. Ссылки на мое видео, как пользоваться кэшбэком, также в описании. В конце видео будет интересный конкурс. Поехали! Первым гаджетом у нас будет паяльный фен с индикатором температуры нагрева. Это очень простое и удобное устройство. Настроек немного, только скорость вентилятора, который находится сзади фена, и температуру нагревательного элемента. Также на корпусе есть термометр, кнопка включения и индикатор нагрева. Номинальная температура 450 градусов, но фен легко разогревается до 850 градусов. Не рекомендую так делать. Заявленная мощность фена 450 Вт. Напряжение в сети 220. На температуре 350-400 отлично берет любой припой. В целом отличное устройство. Хорошая альтернатива паяльной станции и более удобная в плане компактности. При включении на максимум фен очень быстро разогревается и достигает максимальной температуры примерно 660 градусов без насадки. С насадкой температура выше, примерно 830 градусов. В комплект поставки входят фен с подставкой, 4 насадки с соплами разного диаметра, 3, 6, 8, 10 мм, инструкция и сертификат. Цена фена от 1500 до 2400 рублей в зависимости от мощности. Насадка пылесборник на перфоратор. Каждый, кто хоть раз сверлил ударной дрелью или перфоратором стенку, сталкивался с пылью от сверления. А при сверлении коронкой отверстий под подрозеточник, количество грязи растет в геометрической прогрессии. Чтобы вам не мешала пыль при работе, я нашел для вас пылесборник. Необходим для того, чтобы собирать абразивную пыль, образующуюся в процессе работ. Подходит на любые дрели и перфораторы, легок в установке и прост в работе. Прочная резиновая прокладка с высокой прочностью подходит для сверл диаметром от 6 до 14 мм. Цена 200 рублей. Присоска для сверления по плитке. Трудности при сверлении кафельной плитки возникают всегда в связи с особенностями ее структуры. Ее верхний слой твердый и в то же самое время очень хрупкий. Чтобы при начале выполнения работ сверло не соскользнуло и не поцарапало плитку, лучше всего использовать специальную металлическую присоску с отверстиями разного диаметра для сверл диаметром от 4 до 12 мм. С помощью присоски вы легко и безопасно просверлите дыры в любых местах кафеля и под любые нужды. Присоска сделана из прочного пластика и не требует навыка в работе и установке. Можно также использовать на стекле и на любой ровной поверхности. Цена 250 рублей. Размагничиватель на магничиватель. Такой девайс в хозяйстве архиполезный, наверняка пригодится в любой мастерской. С помощью него можно очень легко и быстро намагнитить и размагнитить любые отвертки, смены и насадки, нож после заточки. Сверло стало собирать на себя металлическую стружку, тоже размагнитит. Просто вставьте в отвертку в один слот плюс для намагничивания, и вы сможете удержать кончиком этой отвертки винты и болты. Вставьте ее в другой слот минус, чтобы удалить магнитный эффект. Использовать ваш любимый инструмент теперь гораздо проще. Намагничиватель изготовлен в прочном пластиковом корпусе. Цена всего 100 рублей. Приспособление для дрели, которое поможет вам сделать из нее мини-циркулярку, наждак, установить диск от болгарки или даже сделать небольшой токарный станок по дереву. Ведь по сути передняя бабка у нас получается готовая, остается только сделать заднюю и упор. Любой хозяин найдет применение этой детали. Цена полезного кронштейна 500 рублей. Пояс для инструментов. Сделан из высокопрочного, непромокаемого нейлона прочностью 600D. Для хранения инструмента есть 9 петель различных диаметров и сумка сзади для мелких деталей. Ширина пояса регулируется плотной застежкой. Одеваете, носите и все инструменты под рукой. Хороший вариант для электриков, монтажников, слесарей и строителей. Цена пояса 400 рублей. Также я нашел аналог подешевле. Ссылки смотрите в описании. Двухсторонний самовосстанавливающийся коврик для точной резки. Рекомендуется к использованию прикроя различных деталей раскроенным ножом, удобен при изготовлении аппликации, прекрасно подходит для моделирования деталей на бумаге, в патчворке, квилтинге и скрапбукинге и многих других техниках.
Коврик отличается многослойной структурой и внешней шероховатостью, которая препятствует скольжению материала и позволяет ему оставаться в фиксированном состоянии. Отдельно хочу отметить самовосстанавливающуюся структуру коврика, так что даже при интенсивном использовании он остается как новый. Изделие снабжено разметкой, а также фигурными изображениями, что позволяет с точностью резать материал и передавать ему необходимый вид. Цена коврика от 100 рублей и выше, в зависимости от размера. Вы сможете найти для себя нужный вариант по приятной цене. Автоматический лазерный самонивелир. Это точный нивелир, предназначенный для работ внутри помещения и на улице. Он строит 4 вертикальные линии, одну горизонтальную и точки отвеса по всем 4 вертикалям, которые служат для определения нахождения вертикальной линии на более дальних расстояниях. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видно, точки помогают их обнаружить. Выравнивание поверхностей, прокладка электропроводки, установка дверей и окон, разметка гипсокартонных конструкций и подвесных потолков, строительство стен и перегородок, работы по внутренней отделке помещений вы сделаете быстро и качественно с этим лазерным уровнем. Диапазон автоматического выравнивания происходит в пределах плюс-минус 3 градусов. При большом отклонении корпуса прибор оповестит об ошибке звуковым сигналом и миганием линий. Поставляется в пластиковом кейсе вместе с лазерными очками, адаптером для работы от сети и батарейками. Цена 2500 рублей. Также в описании будет нивелир подешевле, но с меньшим функционалом. Лучший китайский шуруповерт с аккумулятором на 25 вольт. Аккумуляторная дрель-шуруповерт снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени, а также мощным аккумулятором на 25 вольт, что позволит вам работать дольше без подзарядки. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ. Первая скорость предназначена для завинчивания шурупов, вторая – для сверления. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. Заявленный крутящий момент 35 ньютон-метров, но по факту крутящий момент на высоких оборотах составляет 5,2 ньютона. На низких оборотах с редуктором усилие составляет 16,7 ньютона, что тоже довольно неплохо. Заряжается аккумулятор от полной разрядки до полного заряда около 1,5 часов. Цена шуруповерта 3000 рублей. Также в описании будет такой же шуруповерт, но с меньшим аккумулятором и ценой. Ротационный пробойник или дырокол. Дырокол револьверного типа применяется тогда, когда необходимо сделать круглые отверстия в различных материалах, таких как резина, картон, пластмасса, а также натуральная или искусственная кожа. Дырокол имеет 6 отличающихся по диаметру пробойников, поэтому является достаточно универсальным инструментом. Вращающийся барабан надежно фиксируется благодаря специальному механизму, а эргономичная конструкция рукояток обеспечивает дополнительные удобства во время эксплуатации изделия, снижая утомляемость рук работника. С целью повышения безопасности и удобства хранения, инструмент оснащен устройством фиксирования рукояток в нерабочем положении. Это надежный и простой в использовании ручной инструмент, успешно применяемый в профессиональной сфере и в быту. Рабочие диаметры 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Цена пробойника 250 рублей. Для тех, кто хочет купить товар из подборки с лучшими ценами, пользуйтесь кэшбэком и возвращайте часть денег назад. А сегодня призом конкурса у нас будет размагничиватель на магничиватель. Приз смогут получить те, кто подписан на мой канал, поставит лайк этому видео и напишет в комментариях, инструментами каких фирм вы предпочитаете работать. Увидимся в следующих видео. Всем пока!